Альянс Сайберия приглашает пополнить их команду игроков силой не менее 3000. Галка на войне по желанию, однако если поставил, то уж будь добр откидать топули. Титаны 6-7 звезд, никакого принуждения к будильникам, а также общение по желанию. И чат по наполнению. Попробуй свои силы и вступай в Сайберию. Ну что, как говорится, я призывать не буду, не могу и не хочу, однако кто не любит попялить на то, как тратятся 30 тысяч кристаллов и какие шансы на призыв в итоге получаются. Именно сейчас мы этим и займемся. Итак, 30 тысяч кристаллов на призыв Вальхаллы, я так понимаю, цель у нас какой-нибудь Тор, Фрига, Хирига и так далее и тому подобное. Еще у нас есть 469 монеток, но мы, естественно, начинаем с X30. Сразу же. Итак, Рататоскур. Сразу же, что ли? Серьезно? А что, так можно было? А я не знал. А можно мне так же, пожалуйста? Ну, правда, только я сделаю X1, а не X30, но в целом я хотел бы так же. Нет, с другой стороны, как бы Рататоскар — это не то, зачем прям стоит гнаться. Алмур, в принципе, это хорошо, но я знаю, что на этом аккаунте он уже есть. И он там, собственно, готов для обзора. О, кстати, Фрига, прям это четко. Я знаю, что одной из целей этой попытки призывать была именно Фрига. То есть не только Тор. Фрига есть, это за X30, это очень охерительно, потому что в целом там шансы-то на героев, ну, такие себе, то есть ты там можешь, словно, не знаю, поймать не Фригу, а два Бальдера, или три Альфрики, но, правда, три Альфрики — это будет топище, прям вот она будет топить, еще раз топить. Ну, в целом, сейчас мы видим, что тут две пятерки было, больше ничего здесь не падает. Ну да. Троечками заканчивается этот призыв X30, но у нас же впереди еще где-то 70 призывов, поэтому рано говорить, может быть, там Тор какой-нибудь и упадет, что нет, ну или Один, почему тоже нет, как говорится. Бонусный раунд. Слушайте, я считаю, что за X30 три пятерки, ну, с учетом того, что даже как бы одна бонусным раундом, это очень-таки кошерно. И, кстати, такая парадоксальная херня в итоге получается, что тут все три пятерки, они все зеленые. То есть Рататоскар, Фрига и Бертила. Ну, я думаю, прекрасно понимаете, кого из них нужно качать в первую очередь. Естественно, это будет Фрига. Далее. У нас, получается, еще есть два по 30, и там остатки какие-то. Но это не точно. Точно не знаю, сколько будет спускать кристаллов этот человек. Но он мне как бы сказал, что... А вот, есть, короче, и хочешь показать, я такой, я покажу, а почему нет, а я могу показать, да? Это же там не X1, не X2, это как бы X там много. Ну, ты давай, поехали. Вот, давай, быстрее, сейчас мы что-нибудь притянем, наверное, еще, да? Так, это не то, что хотел бы притянуть, и это тоже туда же, естественно, не входит. А вот, если честно, даже не знаю, какая там может быть цель. Ну, только, пожалуй, реально Альфрика, наверное, еще. Причем реально не в одной штучке. То есть там в количестве 2-3, может быть. О, Гуленбурсти, который мне не падает. Прикиньте, четверка мне не падает. Вот такие дела. Ну, правда, я и не Доню, чтобы ее поймать, поэтому все нормально. А Леди Тумана в свое время мне выпала очень быстро. Но тогда еще не было четверок, там очень много и пятерок. Там большинства героев просто в тупую не было. А сейчас же в Вортине очередной. Карил. Ну, что-то пока как-то грустненько. Смотрите-ка. Очень грустненько прям. А если еще раз? Ну, нет, слушайте, смотрите-ка. На второй тридцатке никто не хочет падать. Видимо, разрабы посчитали, что типа Фригу поймал, Бертилу поймал, все, ты читераст. Все, читер, на костер, тебя бензинчиком облить, поджечь, как бы, и все нормально. Ой, снова Фортини, как бы, упадает. Нет ничего. Ну, что-то вот вообще ничего нету. Прям вот этот призыв еще... Да, какой-то призыв еще скупой получился. Ни хрена здесь не упало, только йод, Гуленбурсти там, ну и...
по мелочи, это очень, так скажем, еще оптимистично, наверное. Но осталось еще 15 тысяч кристаллов. 15 тысяч кристаллов, сейчас пошли в бой монетки. Монетки — это Джахангир получился у нас. А еще одна монетка будет или сразу... Или сразу X30. Ага. Хорошо. Так, Кэдман. Угу. Хм. Слушайте, а мне вот интересно сейчас послушать у вас, какие на данный момент существуют секты. То есть помните, в свое время были секты финского языка, секты прокрута с Седогрива, секты прокрута с еще какой-то херни. Короче, какие сейчас есть секты и к какой из них ты принадлежишь? Потому что в целом это ни на что не влияет, хотя вот сейчас вот... Кстати, стоп. Валхалла Куцу. Это, кстати, это самое, нихера себе, это прям... Я только заговорил об этом, и бац, короче, и на финский язык. Ты что, серьезно, что ли? Ну, давай посмотрим. Как там будет? Таптана Макетса вроде что-то такое звучит. Отчетливо так помню, что это где-то вот года 2.5 было такое, когда я менял язык на финский. Там было что-то Таптана Макетсу. Ну, сейчас как бы пока что хорвиняны всякие падают. И очень-очень плохие хорвиняны. Но опять-таки ни одной пятерки. Фура упала, вон фуру подвезли. Фуру с лайками, кстати, если смотришь, поставь лайк, мне будет очень приятно, спасибо. В целом, малыш Джон, снова Ворд Теней, Воржон Жаржак. Хокмун так и называется, Хокмун. Странно. Хм, интересно. Так а дайте пятерку-то, а? Ну, там, одну хотя бы. Типа, это вторая, третья тридцатка уже, кстати, идет. Напоминаю, что это третья. То есть это уже 90 призывов, считай, сделали, но всякие падают. Бьерны, Хьерны, Приски, Нордри. Ну, как бы человек, наверное, явно нацелен на пятерку. Какую-то, кроме Фриги. Хотя, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что даже за 200 призывов ты можешь Фригу не вытащить. О-о-о-о, здрасте. Собственно, новый герой Тор. Тор. А это значит, что в ближайшее время, скорее всего, вы еще увидите и обзор на этого героя. Так, это... Слушайте, это хорошо получается. 90 призывов, 4 пятерки, 1 бонусный ГМ, то есть, и, собственно, Тор, Фрига и так далее. Вон, сундучки пошли, как бы все там. О, телескоп, канпуки там что-то было, канапутки, Дамаск. А что у нас нынче такие сундуки жирные, прикольные, что-то я не понял. А, вон, кстати, кнопочка знакомая, ну да. Короче, кто помнит эту кнопочку, пишите в чат, ну, в комментарии, в смысле, ну да. Ну да. Блин, так забавно эта кнопка, типа, ноуда, по идее, но, ну да. Великий, могучий русский язык. В целом, только 2 ресурса, 4 звезды мы пронаблюдали. Будут еще призывы? Нет, все. Что ж, на этом видос заканчивается. Я считаю, что, в принципе, за 90 крутки неплохие, особенно с учетом того, что выпал новый герой Тор. Всем большое спасибо за просмотр, большое спасибо за предоставленное видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся с вами на следующих видео или стримах. Дальше интереснее. Всем пока.